Ну, так в целом игра, хорошая игра получилась, особенно второй тайм. Мы, я думаю, счет не по игре, мы больше заслуживали даже в первый тайм, да. Второй тайм мы намного лучше играли соперника, и у нас было больше моментов. Хотя и в начале игры, в первом тайме, было пару эпизодов, где мы могли и открыть счет. Так в целом поблагодарил ребят за игру. Были очень хорошие отрезки. Да, есть, как и до этого, были проблемы в обороне. Но я думаю, сейчас самое главное нам восстановиться и готовиться к игре с Рубином. Какая сегодня была установка на игру? И насколько вы воспользовались уроками матча, который был в Махачкале недавно? К этой игре мы готовились, как и к другой игре. И в этом плане ребята понимают и знают, что нам сейчас важна любая победа в Кубке, она в чемпионате. И поэтому сами ребята это понимают, и видно было по их настрою. Мы об этом много говорили, и видно было, что они, у них огромное желание выиграть игру. В частности, сегодня на кубок, а какие уроки мы с прошлой игры вынесли. Ну, сегодня могло получиться наоборот. Проигрывая 2-0, мы сегодня могли сравнять 2-2. Ну, не случилось, значит, наша победа еще впереди. Сегодня мы после длительной паузы, да, если можно сказать, сыграли в 4 защитников, да. Вот это, может быть, вот эти трудности в первом тайме связаны с тем, что ребята немножко перестраивались на эту схему. И, наверное, ли вы в дальнейшем этой схемой пользоваться или варьировать будете? Ну, мы сегодня попробовали играть 4 защитника, и есть какие-то плюсы при этой схеме. Есть минусы, да, у нас есть проблемы в обороне, и это видно, заметно. Но что будет в дальнейшем, ну, наверное, пока не скажу, выйдете, будет время. Но я думаю, все-таки мы так постепенно идем к определенной, не то чтобы схеме, к определенной игре и матч с «Зенитом», хотя мы там крупно проиграли. И здесь очень хорошие отрезки, куски, которые такую дают хорошую надежду на то, что мы будем прибавлять от игры к игре. Немножко беспокоит форма Леонида Бали, потому что и в матче с «Зенитом» его было почти не видно, но вам понятно. Сегодня, в принципе, были у него шансы, но он не очень ловко распорядился. Есть какой-то спад в игре или Янику тяжело одному биться? Ну, есть небольшой спад у футболиста, но потихоньку мы, в принципе, и намеренно его сегодня оставили 2 тайма, чтобы он наигрался. И да, берет он большие паузы. Но это футболист тот, который он профессионал, и я думаю, он подготовится к игре, и мы в том числе, в частности, поможем ему подготовиться к игре с Рубином. Видя, как здорово сегодня вошел в игру Алмейда, не пожалели, что чуть раньше его не выпустили? Нет, но у него была травма, и он пропускал игру с «Зенитом» из-за травмы, и поэтому сегодня было по плану, что он сыграет 15-20 минут. Это была такая единственная плановая замена. В принципе, мы ее и произвели.